Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за прошедшие сутки. 11 ноября на трассе Ноябрьск-Венгапуровский водитель Мазды наехал на сотрудника ДПС. В соцсетях появилась информация, что автоинспекторы патрулировали трассу и решили остановить автомобиль. При совершении маневра водитель наехал на одного из сотрудников. На месте ДТП работают медики, информация уточняется. В Салехарде полицейские привлекли к административке 17-летнего юношу. Пьяный парень разъезжал по городу на машине родственника. Как именно несовершеннолетний получил доступ к авто, неизвестно. Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности законных представителей юного гонщика за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Попался на нетрезвом вождении и новоуренгоец. В отношении него возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Мужчине 33 года, он может лишиться свободы на 2 года. Дебошир, устроивший летом пожар в поезде Новоуренгой-Оренбург, может отправиться на лечение в психиатрическую больницу. Находясь в поезде, мужчина стал угрожать ножом проводникам, а потом и вовсе поджег вагон. Как сообщается, неадекватный пассажир был под наркотиками. Ущерб от его выходок оценили в почти 3 миллиона рублей. Сейчас мужчина находится в психиатрической клинике. Прокурор добивается его принудительного лечения. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире и хороших выходных.